Хорошая, маленькая, но хорошая. Вот. Самое важное, что кроссшорт. И кокосы здесь тоже вкусные. Вот. И манго тоже вкусное. Классное место, прекрасная атмосфера, условия катания, проживания, ну и очень, очень приятное место. Решил я проветриться, простите, и мне еще нравится стиль жизни здесь. Он в стиле регги, в шортах, с улыбкой и неторопливо. Ветровая статистика, она потрясающая. В окна дует ветер, в 10 часов начинает дуть и в 5 вечера выключать.